Доброго времени суток, дорогие друзья! Мне очень сильно помогает снимать это видео моя Сишенька. Вот. Нам 8,5 годиков. Вот. И мы очень большие старушки. Вот. И мы очень много требуем к себе внимания. Прямо вообще просто капитальное количество. Да. Вот. Я думаю, что у кого кошки такого плана, они меня поймут. У меня такое ощущение, что у кошек тоже период климакса или что-то в этом стиле. Вот ей очень нужно, чтобы на нее обратили внимание. У нее вот такого вот плана, состояния, да, настроения было тогда. Ой, боже, опять вся в шерсти. Что вычесывали там кошек, что не вычесывали, летят капитально. У нее такое состояние было тогда, когда она котиков хотела. У меня же кошки не кастрированные, как это, не лишенные обладания своими органами, короче. А вот, потому что я считаю, что это кощунство сделать с котиком оно. А вот. Да, может быть, кто-то скажет, что неправильно, что кошка умяукивается и так далее, но я не решилась на данную процедуру, а вот, учитывая, что у меня, у большинства знакомых, те, кто успел сделать такие процедуры, говорили, что кошки все знают, понимают, и очень потом сильно мстили и гадили, ну, чуть ли не до конца своих дней, а вот, понимая, чего их лишили. Вот, такие вот у нас нежности. Вот, моя старушка то ли таким образом хочет очень сильно котика, но она не переминается, ничего такого. У нас вот такие вот нежности, вот видите? Да вообще. И вот так вот она со мной целый день или вечер. В общем, сколько времени я дома, столько времени у меня кошка или на плече, или на коленях, или где-нибудь еще. А ложишься спать, она ложится на волосы. Причем ложится так, чтобы снять скальп. Знаете, как это? Ой! Свалился. Муж. Да. Вообще. Это сняла видео, как Сишка умяукивает. Ну, это у нее вот прям вообще процесс постоянный. Последнее время, да. Так вот. Котики. Котики, животики. Да. Ну что? Ну что? Ну что? Вот так вот. И что? И Мур. И Мур все время говорит. Вот. Такой вот нежный и хороший зверь стал. Но при всем при этом, опять же, там есть видео в кошачьем разделе, плейлисте. Она вообще не так требовательно относится в том плане, что Нику обижает. В общем, если у меня на коленях Ника лежит, то Сишка должна прийти, обязательно ее прогнать или лечь на нее полностью. Причем так, чтобы это Ники вообще видно не было. Вот. В общем, это такой интересный опыт. У меня никогда не было кошек, ну, вот до такого возраста. А вот, чтобы прям старушка древняя моя. Вообще, кстати, да, если переводить по-кошачьему, по-моему, у них 9 лет за год их жизни считается, если вот на человеческий переводить. А вот. Да даже если 7, как у собак, все равно 7 на 8. А вот. Сколько получается, да? То есть она в любом случае такая древняя старушенция. А вот. Района 80 лет. Да? Кошка? Нет. Поменьше немножко. Ну, еще если на девятку, то получается у нас 72. А вот года. Ну, такой уже сильный возраст. Но кошки обычно же дольше живут, поэтому посмотрим, что будет дальше. А вот. Это было еще одно видео на диване с котиками.